Патриотическое воспитание. Эта тема стала главной на расширенном заседании общественного совета в Балакове. Чиновники, общественники и участники Сталинградской битвы рассказывали студентам, что значит быть патриотом сегодня. Теперь встречи такого формата планируют сделать традиционными. Все подробности у Анны Егоровой. Что значит быть патриотом сегодня? Об этом размышляли участники заседания. Вспоминали переломное сражение Великой Отечественной войны, Сталинградскую битву. Мы отмечали 70 лет непобежденного города Сталинграда, который является нашей славой, легендой. И не только для нас, но имеет мировое значение. Заседание проходило в нестандартном формате. Общение председателя регионального комитета общественных связей и национальной политики Бориса Шинчука с балаковскими студентами перешло в доверительный диалог. Живое общение с молодежью, их голос должен быть услышан. И они, главное, должны понимать, да, что мы им не читаем лекции, мы с ними в диалоге находимся. И мнение их для нас очень важно. Николай Щурий, ветеран Великой Отечественной войны, рассказывал не только о сражениях. В начале февраля в Георгиевском зале Кремля ему посчастливилось встретиться со служивцами и побеседовать с президентом. А лично вам разрешите пожелать крепкого здоровья, благополучия, пожали друг другу руки. Теперь такие встречи станут традицией. Подобные заседания планируют провести и в других районных центрах. Анна Егорова, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.